находитесь на канале Татарский кордон. Сегодня 21 июля. Погодка пасмурно. Так, небольшим солнышком. Остановились на привал. Решили выехать в лес. Есть небольшие делишки. Попить водки. Попить водки, собирать грибы, ловить карасей. Остановились на привальчик. И нового видео. Остановились на пит-стоп. Пошли собирать грибы на грибницу. Грибница уже состоится. Второй пит-стоп у нас. Покидали блесну. Рыбы нет. Сейчас поедем дальше. Доехали до места, взяли ель, будем выращивать у себя. Садим потихонечку. Прошло минут 15, продолжаем резать грибы. Полный казан грибов уже. Начинается картошечка. Все покушали, собрались на рыбалочку. Сейчас будем ставить сети. Запрягаем корыто. Парни одеваются. Ставили сети. Пока ставили сети, поймали штук 5 карасей. А? О, 6 карасей поймали. Осталось совсем немного дел на сегодня. Надо поправить пирс. Пирс унесло весной. Разделать карасей, и небольшой сюрпризик будет.
Мы привезли. Чешем. Может быть, обожгем. Место уже выбрали. Здесь идет въезд. Приезжайте раз. И здесь будет сразу вывеска. Вывеску в конце покажем. А пока только процесс. Работу. Теперь при заезде на татарский кордон заезжаете вы отсюда. Вы можете лицезреть вот такую вот вывеску «Татарский кордон». Здесь изображен QR-код нашего YouTube-канала. Можете пройти по этому QR-коду на наш YouTube-канал, посмотреть наши видеоролики. А это новый хэштег. Я искал в Инстаграме, это по этому хэштегу 0 публикаций. То есть все публикации, которые будут производиться по этому хэштегу, их не будет в Инстаграме аналогов. То есть все фотографии, публикации, видеоролики с этим хэштегом будут связаны с нашим татарским кордоном, поэтому кто здесь будет останавливаться, фотографироваться с этой вывеской, либо вообще на кордоне, оставляйте этот хэштег. Будем смотреть, кто здесь был, кто здесь развлекался. Делали вывеску. Немного перекусили, осталось еще одно дело, делаем пирс. Одного колышка не хватило в толпу. Озеро Зеркало. Пирс закончили. Сейчас будем набирать воду. Готовиться к банным процедурам. Пирс готов. Подготовили венички. Ох, красота. Водичку привезли. Сейчас будем баньку топить. Рожа колется. Так, вечерело. Завели коптилочку. Тихонечку разгорается. Доставили сети, поймали немножко карасиков. Сейчас их закоптим. Тихонечку уже дымит. Тихонечку баньку уже начинаем растапливать. На улице уже сильно темно, то что мы будем снимать в бане уже не раз проверено, это не будет видно, поэтому мы с вами прощаемся до завтрашнего дня, завтра с утра, смотрите продолжение, а мы пойдем
Варится в бане. Доброго. Всем привет. На кордоне наступило утро. Только проснулись в баню. Пошли часов 12. В итоге, как всегда, все в огонь. Все пропарились, погрелись. Все замечательно. Жизнь прекрасна. Потихоньку просыпаемся. Костерочек. Будем ставить чайник, пить чай. Поехали проверять сеть. Поехали снимать сети. Тут где-то тучка идет, гремит. Сейчас греть посуду. Что скажете по поводу сегодняшней рыбалки? Поймали хорошо. Будем собираться. Карасика поедим. Поэтому все четко. И вернемся скоро. Так, наш ролик подошел к концу. Собрали все вещи. Помыли посуду. Начинаем выдвигаться обратно. По пути еще пособираем немного грибов. Думаю, дальше комментировать нет смысла, поэтому я с вами прощаюсь. Смотрите наш новый ролик на канале. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. Так, ну все, собирали грибов. Мы зажрали капец. Парни вперед ушли. Кочки. Я думаю, больше ничего интересного не будет, поэтому... Все, пока.